Всем привет на моем 57-м стриме. И, ну, в общем-то, продолжаем проходить Lost Odyssey. Привет, Торт, ты меня немножко опередил, это был написать. Ну ладно, неважно. Продолжаем проходить Lost Odyssey. Ну, посмотрим, так, да, надпись. Надеюсь, сегодня, в общем, экшон сейчас начнется. Посмотрим. Сейчас у меня монитор переключится. У меня всегда долго переключается монитор, поэтому... Так, все, переключился. Continue. Да, с облаком. Так, сейчас я открою Google переводчик пока. Так, на чем мы остановились? Тут вход в какой-то сад. У нас вообще, возможно, туда не пустят. Лорд Толтон в данный момент... А, нас посетил лорд Толтон. Пожалуйста, подождите немножко. В лифт? Ну, не знаю, посмотрим. Дома арестовывают... Чё? Чё-то я не понял. Чё? А, домашние аресты зашли слишком далеко. И доходят слишком далеко. Я твердо не согласен с Роксианом в этом. Не отчаивайтесь, Гангора. Спасибо, Ваше Величество. Не Величество, а Можество, как там это. А, нет, Величество. Это самое большее, что вы можете сделать. Ваш отец был... А, ваш отец был бы рад. Я никогда... Не заполню. Что, ботинки моего отца? Секундочку. Продолжаем. Так я не помню, как это переводится. Я никогда не заполню обувь моего отца. Странно. Ну, типа, не одену, что ли? Не одену, наверное. И сейчас Угра — это республика. Я просто житель, как и все остальные. Я больше не Ваше Величество.
Я уважаю королевскую кровь, которая течет в ваших венах. Это только что, это только арматура? Ну я не знаю, как тут правильно перевести. Ну, в общем, он уважает по-прежнему. Не будь глупцом, народ думает, что ты... инакомыслящий. А, ну, короче, который хочет восстановить монархию. Я действительно счастлив, что вы пришли ко мне увидеть меня. Вы всегда будете so kind. Вы всегда будете так добры. Таух, это дали, что ли? А, вы учили меня... ненужной, что ли? А, вы учили меня азам магии. Я не могу помочь, но буду... Блин, да как же тут непонятно написано, почему-то не могу это. Но буду рад тебя вернуть. Да, буду рад вашему возвращению. Я не могу понять Рокси, она... Я... надеюсь, его намерение остановить работу над Grand Staff. Это делает меня злым, Гангора. Наша нация нашей нации получают выгоду от магической энергии. Они не понимают. Значение Grand Staff. Я тоже не понимаю значение Grand Staff. Если мы можем увеличить магическую энергию с помощью Grand Staff, просто... думай, как лучше... Откуда это все мехи? У меня же выключено все. О-о-о. А, нет, или не выключено. Так, просто подумай, как лучше сделать нашим, жизнь наших людей лучше. Нам больше не нужны солдаты. Ты видишь будущее Угры, и как Grand Staff может сделать его счастливым. Роксиан, взгляды Роксиана очень узкие для нашей нации. Я извиняюсь. Мне жаль, но я свидетель этому. Вам не требуется извиняться. Я счастлив, вашем высочеству, что ваше высочество понимает.
Но даже если они остановят Grand Staff, мы разработаем новые и, ну, еще лучше эти магические движки. Пожалуйста, дай мне знать, что тебе нужно, Гангора. Я могу тебе. Я не достоин вашего высочества. Ну да, вот такой вот у меня перевод, еле-еле, к сожалению. Пожалуйста, уходите. А наоборот, входите, входите. А, этот особняк Гангора. Вход. Лорд Гангора ожидает в учебной комнате, типа, на втором этаже. А, не комнате, наверное. В общем, на втором этаже. Вы можете взять лифт. Ну, короче, лифт в центральной лаборатории есть. Рад видеть вас, лейтенант Аргонар. Лорд Гангора ожидает вас. Хорошо, хорошо, лейтенант Аргонар. Вы заставляете лорда Гангора ждать. Ну-ка, ну-ка, а тут что лежит? Ничего. И сразу шмонать замок, ну а как же? Закрыто? А, нет, стоп. Ты откуда вышел? С той двери, что ли? Как-то не очевидно. Прекрасный тайминг. Я не знаю, как тайминг перевести. Ну, отклик, что ли. Лейтенант Аргонар. Принц Толтон как раз ушел. Это, видимо, магический двигатель как раз. Нормально так. Но ему можно. Ты на распутье? Та женщина, она должна быть в Угрой. А, не успел. Не успел. Так, это лифт. Лорд Гангора на втором этаже всегда использует этот, ну, понятно. Хорошо, ты здесь. Я просил тебя, ну, привел тебя по одной причине. Продолжайте. Что это? Hey, у меня нет меча, ок? Легче.
почему ты здесь? Я говорил тебе, я просто посланник. Хорош, Каин. Спасибо. Немного поздновато. I want you to take him on your investigation of Grand Staff. No way, sir. You know, I thought he'd say that, my lord. His shoes, hello? Look, this other immortal joining the investigation... Другой бессмертный присоединился к investigation, забыл опять это слово переводить. Женщина-пират. Я не знаю, что случилось, но... Take Jensen with you. Возьми Дженсона с собой. Despite what else he may be, he has a healthy respect for women. So, you know, I heard she was a looker, to catch my drift. I mean, you've seen her, right? Okay, be that way. You guys are way too serious. Pirate. All right, understood. All right then, I'll be there early. Oh yeah, you can count on it. Remember, Kaim, you're the only one I can trust. I can't leave here for a while. The Grand Staff is my life's work. So if something is wrong, I want you, with your immortal powers, to find out what it is. Understood? You'll be briefed later. You should go now. I'll be right behind you. В общем, тут он говорит, мы только единственные, кому ты можешь доверять, мы хотим исследовать Grand Staff, этот пойдет с тобой. И какую-то там женщину-пирата что-то надо то ли найти, то ли что-то. Тоже бессмертный. You're already under a magic contract. Don't get greedy. Okay, that's some serious mojo. Easy. Is your fee still unsatisfactory? Okay, not funny. I'm not laughing, okay? I didn't stick my neck out for this, okay? Ну, вроде ничего такого важного не сказал. Стоп, а стрим только у меня на планшете тормозит или он действительно тормозит? Это что за дверь? Выход, что ли? Это стена. Ну как-то постамент, типа, да? И чего? Ничего не нажимается. Ну ладно. Не нажимается, так не нажимается. Лейтенант Рагонар. Все, что... Что вам нужно... А, вам нужно... У вас есть все, что вам нужно в вашем путешествии. Вы можете подготовиться... Ну, подготовиться... Ну, короче, лорд Кангора поможет с подготовкой, я так понял.
Нельзя будет заново войти в особняк, если ты выйдешь. А что мы тут можем? Мы тут еще что-то можем сделать? Ну, пойдемте сходим, может быть. Короче, говорит, там, чтобы не повредить репутацию и так далее, нам нельзя будет еще раз входить. Может быть, у него можно что-то еще купить, я... или где-то тут. Просто, ну, зачем это, так сказать? Что мне тут еще делать? Не просто же так. Или только вот из-за вот этих вот. А это что? Авторы намекают, вот есть ништяки, ага. Стоп, я не понял, я вышел туда же? А, стоп, вот это что такое? Воу. А, ну да, вот. Берсеркер Никлейс. И все? Ну и ладно. Ладно, короче, пойду. Что тут особо задерживается? Да. Лив. Итак, куда же теперь идти? Ну там еще было одно направление, которое я не исследовал. Тут на каждом шагу сюжетные ставки. А, вот оно. Чё-то типа я вижу тебя везде. Я слышал о преследовании Грандстаффа. Мы нигде не встречались раньше. Ну, короче, пытается что-то про это выяснить, про это вот. I can't recall a thing. All I know is that my name seems to be Seth Balmore. Мое имя Сет Балмор. People say I used to be a pirate. Isn't it strange that both of us lost our memory and are immortal? Maybe we met a long time ago. Память, типа, они потеряли оба. When we met before, were we enemies or allies? Мы были врагами или, ну, союзниками? Looking forward to starting our journey tomorrow, Kaim Argonar. Tomorrow? You still haven't been contacted by the council? You set out for Grand Staff tomorrow morning. I thought you would have heard by now. Oh, by the way, I'll be joining you on your little trip. So you are going with me then? Being late is strictly forbidden. Ну, я не совсем понял. В общем, она что-то знает про Grand Staff. Ну ладно, посмотрим. Здесь тупик. Извините, но... сейчас не разрешается пройти здесь.
Лейтенант Арганар. Гангора сейчас подозрительный. Ну, короче, ладно, мы же там были. А куда сейчас идти, интересно? Вот вопрос такой. Пока не очевидно. Так, а тут у нас что? Площадь центральной станции. А, монорель... А, это я сюда пришел, что ли? Монорельсы, такси. В самом начале, да, ты пришел? А, вон там на карте что-то есть. Так, а я тут могу пройти? Нет. Так, и что, с тобой поговорить, что ли, надо? Не. А, не, можно отправиться в Great Gate. Ну, давайте отправимся. Ну, это вообще-то заскриптовано. Она сама убежала вообще-то. Великие ворота Угры. А, ну вот они договорились тут встретиться, что ли? Почему бегаем? Блин, я жду кое-кого. Кое-кого в команду. Доброе утро всем, говорит. Это и есть тот, кого ты ждешь? Почему ты опаздываешь? Я думаю, короче, без перевода понятно. Блин, не знаю, интересно. Типа, говорит, тебе дай мне 15 минут. Свободен. Отлично, то, что мы нужно. Бесполезный багаж. Так агрессивно, вот твоя проблема. Ты готов? View skill link tutorial. Ну давайте посмотрим туториал. Смертные, как Дженсен, учат новые скиллы, ну, пока их уровень растет. Но бессмертные не получают новых скиллов по получению уровня. Бессмертные могут учить скиллы от смертных, используя скилл линк.
настраиваете skill link из skill меню. Выбирая смертного, все его скиллы, все выученные скиллы будут отображены. Выберите скилл, который вы хотите выучить, и соедините его. А, и ринг, ну, связь будет установлена. Чтобы выучить скилл, вы должны заполнить SP полоску. СП может быть получено в битве. Бессмертные используют скилл линк вместе со смертными, которые могут только выучивать СП. Ну, связанным скиллом. И они... Formation. Ну, короче, ладно. После использования Skill Link не забудьте установить Battle Formation. Но Battle Formation это вроде бы это, типа задняя линия, передняя линия. Умения также могут также быть выучены от аксессуаров. Некоторые аксессуары дают пользователю эффекты, умения простые, просто экипировав их. Так, умения, выученные от смертных, неэффективны, пока вы не присвоите их в skill slots. Бессмертные могут использовать умения, привязанные к скилл-слотам. Не забудьте привязать умения, которые хотите использовать здесь. Ну ок. Такая рожа у Дженсона. Скилл. Посмотрим, что у него за скиллы. Украсть. И черная магия, и белая магия. Неплохо. Так, какая... Skill Link, Дженсен. Ну пусть будет украсть тоже. И set skill slots. Что? А почему нельзя? А, типа надо СП заполнить, что ли? Я просто не до конца понял. В принципе, мы можем все три. А, нет, только одно. Странно. Ладно, смотрим, что... Ну, у нее, наверное, белая магия, да, по-любому? А, не, лол. Что-то я пока не понял. Ну ладно. А, во. Белая магия лечения и... А чем хил от кюр отличается? Хил это от статуса, что ли? А, написано recovers HP одному, а это... А, это яд. А, ну да, написано же cure poison. Туплю. Не выучил, чтобы подключать. Ок, огонь и ветер. Formation. Ну пусть стоят по умолчанию пока. Хотя если она будет использовать белую магию, то по идее... Ну ладно. Я так понимаю, мы сейчас втроем. Ну как обычно, да, как финалка. Бегаем в слито в одно.
Видимо, нам к выходу. Привет, Снап, еще раз тебе. Итак, это очень редко, не понял смысл. Убегать в путешествие вместе как это? Что-то не понял. Пока выучить 100 лет пройдет, почему? Если ты уходишь в путешествие, тебе должно повезти, чтобы пройти мимо меня. Я... Тут сейчас... Что такое Вейлис? А, я получил некоторые новые товары в наличии. Короче, он продавец, что ли, лол. Я думал, он меня не пропускает. Да, припасы новые, я понял. Ну, Great Gate, Dangerous, опасный регион с монстрами. Тебе лучше подготовиться, если ты путешествуешь через это место. Начиная от медицины... начиная от экипировки до медицины. Ну, короче, все, что тебе надо. Ну, давай, я понял. Так. Хилинг, медицин. А сколько у меня есть? А, сток 6, да? Или это у него 6? А сколько у меня денег? 1300. Понятно. Ну, давайте хотя бы 10 штук купим. Прибей все, да не. Так, ману тоже остановим. 8 штук. Антидот, я не знаю, ну, наверное, все понадобится. Уж лучше всякие лечилки. Хотя, если у нас есть белая магия, то зачем нам антидот? Ну, там у нас есть против этого. Уж лучше ману восстанавливать и все. Это что делать? Tail, Feather, Revivus. А, это воскрешалка. Сколько у нас 3 штуки? Ну давайте. А, денег-то уже все. Не знаю, бомбы эти нам особо не нужны, мне кажется. Тут еще есть вот это. Украсть один элемент врага. Увеличить магическую и физическую атаку. Когда критический HP статус. А этот дефенс увеличивает. Ну давайте купим и то одну. А, у меня уже было. Ну ладно, пусть будет 2 тогда. Так. Эквип. А, вот аксессуар. Так, ну ему пусть тогда вот это, берсеркер. А это что делает? Ревиалс, типа элементы врагов. Ну не знаю, но вдруг будет... Все равно сейчас мне... Какая разница, я сейчас потратил все деньги, что у меня были, а смысл их мне сейчас хранить. Так, ну тогда пусть защита увеличивается вот у нее, кстати, и кольцо можно тоже дать. Так, а ему что дать?
Ну и пусть ему тогда вот третий вариант. Посмотрим, как каждый действует. Ну я-то вообще в JRPG абсолютно не мастер, так что... Ну лечусь своевременно, знаешь, иногда попадаются враги, которые тебе сразу там тратят практически полностью. Ой, ну наконец-то открытый мир, что ли, сейчас будет или чё? Так. Ага, это вот где у нас была битва. Это вот где мы сейчас. И нам нужно в Ипсилон, горы Ипсилон, север. Пошли. То есть тут телепорт? Ну иногда бывает, знаешь, нам добить надо. Добить уже, когда некогда лечиться. Все лежат, у тебя последний... Ладно, чисто туалет. Говорит, мы что, пойдем здесь, здесь нет дороги. Of course, I expect to see you take a tumble into the canyon before we see any rocks doing it. Yeah, funny. You know, Lord Gungora was saying you have a problem with your memory, right? I mean, you sure know these mountains well enough. And of course, you know you shave your legs every day and you pluck your eyebrows. And you owe me money, so I'm confused. You sure you really don't remember? My body remembers. What? There was a time when I used to rush through here. I was a pirate, and supposedly I also went through these mountains. I just don't know what the truth is. I don't have any answers. Huh. Well, what about you? Did anyone tell you what you once were? No. Я, короче, с трудом понимаю. Well, since you're so upbeat. I doubt if anyone will remember you. That's fine with me. Oh? My body also remembers. How so? Just that it was painful. If I happen to remember, and my past didn't amount to much, then I think it's probably better to have never remembered. Oh yeah, that's smart. Time. There's no need to rush it. Your memories will come back gradually. And they're not all bad. What? No breaks? You just had one. Yeah, how about some water? A little fruit? How about a foot massage? My feet don't stink. Time. You up for that? Hello? Ну, короче, я так понял, ему не нравится, что здесь все очень жестко и неприветливо. Им-то типа норм, что они бессмертные, да? Если я правильно понял. Так, ну я так понимаю, да, здесь уже нападают. Вот наконец-то экшон. Лол, это что? Эй, посмотри, эти враги. Little Formation Scoring. Front row provides defensive wall. Блин, так сходу не могу понять,
Что-то про ряды говорит, в которых они стоят. Кто сейчас ходит? А, Каим. Ну давай, атакуй. Всё. Так, а ты... А что, только атака? А почему я не могу сменить кого атаковать? Тут фронт и бэк, а переключить никак. А. Блин, это я отменился. О, жесть. Вы это можешь видеть. Так, defense. Вот это GC вот объясняют, Guard Condition. А, ну понятно. Так вот это GC, я не понял, что за GC? Guard Condition. Типа готовность защищаться? Easy enough, right? Что-то не особо. Штамп решил с завтрашнего дня, но... Так, get rid of enemies in the front row, ну понятно. А чё, Снап, ты эту игру тоже знаешь, что ли? Забыл про это. Когда будет 0, то damage inflicted will no longer be reduced. Чем больше, тем выше противника защита. Уровень зависит от общего хп врагов переднего ряда. Вон как тут сделали. GC 0. Странно, а почему я не могу? Я могу только атаковать и больше ничего. Ой, он кастует что-то. Ну понятно, ему типа не надо время, чтобы кастовать что-то, да? Ладно, давай кастуй. Бэд. Ну ему хватило, не? Чем выше уровень этой защиты, тем больше урона они рефлектят. Ага. Spell tutorial, ну посмотрим. Заклинания могут, ну понятно, храниться, так, это учиться, в зависимости от уровня. Так. Выученные заклинания, значит, что ты можешь использовать их. А, заклинания могут быть использованы. Ну, короче, когда я копирую скиллы. На два места переднего ряду ставим толщину, задний ряд под эхом. Ну ясно. Используй меню так, чтобы вывести список заклинаний, которые ты выучил. Так, книги. Вот.
Здесь полный путь, ну это понятно. А по бета квестерсе презент кастинг спид. S самая быстрая и самая медленная А. Количество представлений Maturing Security Force Plus Technique. Ну понятно, в общем. Как много туториалов? Ну так это же начало игры, да. Много диалогов, много туториалов. А, я думал самая медленная А. А, вот теперь она вообще доступна. То, что был тренировочный тип боя, да? А, ну... Пусть атакует. Да и ты пока атакуй, все здоровье дофига. Да все атакуйте. А, хотя скилл? Стил, давай стил. Промахнулся. Больно. Ну-ка. Не, ничего не смог украсть. Ну-ка, давай-ка у этого укради. Так, ну вроде бы, в принципе, почти все понятно. А, то есть S как бы она отдельно особняком стоит, да? О, ачивка. Да, я понял, что работает штучка эта. Так, тут можно зайти куда-то. Ну, конечно, с карты это халява. О, какие-то новые враги. Так, у нас что там со здоровьем? У Дженсена что-то мало. Ну ладно, этот-то атакует в любом случае. Даггерберд. Ну пусть атакует. А почему она не может спел? А, у него всего 180, понятно. Ну давай тогда тоже. А, вот он может кастовать. Ну давай-ка огонь на птичку. Я вот это никак не могу понять толком. Ну-ка. О! Кто остался? Один куст? Странная игра, вроде как вообще тут традиция старой школы, но в новом антураже в итоге как-то новинка получилась, да? Не знаю. Пока ничего не могу сказать. Потому что поначалу игры как бы не судят. Финалок у многих тоже завязка не особо, а потом уже интересно начинается. Бежали дальше. Так, обширная локация довольно. Непривычно еще то, что карты не крутятся. Горшки посреди леса стоят, это норма, да? Еще и с предметами полезными.
Экипировать навыки. Навыки. Скилл. Кризис Defense Boost. Увеличивает. Ну это что кольцо, да? Украсть. Атак буст. А этому не надо, да? Ну да. Чего? Ключом тут F9. Я в F9 там недалеко прошел, в принципе. Вообще, при чем тут она? Что изменить? Не понял, что изменить? Что значит изменить изучаемый? Да что-то я не туда жму. Так, а зачем он? Разве ей нужен? Она же белый маг. Она же белый маг. Зачем ей Black Magic? Чтоб я не пойму, я поставил или нет? Да. Ну просто мне не очевидно, для чего это нужно, понимаешь? Стоп, а я ему разве не поставил выучить магию? Нет. Пусть тоже белую изучает. И сейчас он не может, да? Ну я в F9 еще не разобрался сам, так что че? Что спрашивать-то? Нормальный такой лес. Night code. Что за night code? Стоп, это у нас что? Вот это. Книга, которая объясняет, как... Подожди. Чего? Какая книга? Это хелпы, надо справа читать. Что-то. Восстанавливает... защищает... Не, восстанавливает GC, когда используешь Defend, пока другие атакуют. Пока ты атакован, типа того, да? Ну, кстати, может быть, это же более полезно. Можно кому-нибудь одеть. А зачем учить, когда можно не учить, я не понимаю. Зачем белому магу изучать черную магию, я просто не очень понимаю. Ну, я поставил, как вы просите, но я не вижу этого смысла. Зачем лишние пункты меню будут? Они же мешают. Так, а это что? Не, ну поставим тогда вот это и... Не знаю пока, куда я бегу, тут немножко запутано. Посмотрим. Чего я снап, я не понял. Пока не получишь, что путевая сможет саппортить атакующими заклами
Это странно вообще. Ты о чем? Не, ну что значит не учи? То учи, то не учи. Давай уж что-нибудь одно. Раз учи, значит учи. Пусть кастует черную магию. А что призм делает? Не. Пусть ветер попробует. Получилось украсть, оно вообще не может красть, уже второй раз не получилось. Так, лечить уже пора. Бэт. Что-то бэт, а атака, в принципе, тратит столько же. Никакой особой разницы не вижу. Ну там буквально считаны какие-то, по-моему. Да вообще такая же, вообще нет разницы. О, левел ап. Появился моб, у которого это, сопротивление к физическим атакам, а ты не вкачал черную никому. Что значит никому? У меня есть черный маг, ты о чем-то. Ты невнимательно просто смотришь, у меня есть черный маг. Что у нас тут лежит? Что там было? Магма фрагмент. И куда я выбежал? Никуда. Тут я уже был. Странно, что камеру сделали такую немного тоже странную. Тор, ну не бывает такого, ты понимаешь, ты пишешь чушь. Не бывает такого, что отобрали всех черных магов и дали врагов, которых нужно только черной магией убивать. Такого не бывает у игрок. Это тебе не Боша, где там надо страдать. Бывает? Ну, ладно. Но я не видел до этого пока. В финалках, по крайней мере, такого не было. Так, мы куда-то пришли. Ну, пока что побродим тут еще. Ну, это какие-то хардкорные, значит, JRPG. Не так, ну, не то, что вот просто взять какому-то игроку обычному. Вот я купил рандомный диск с игрой, да, и там вот эта игра. И не может быть там такого. А те игры, они как бы такие для хардкорщиков, вероятно. Так, а для чего здесь? Не понял. Странно. Ничего нету. Ну, башня культа Кевки в шестой финалке, и что? У тебя что, там не было персонажей, которые магию знают? Или что?
Так. Ну пусть все тупо атакуют. Хардкорное же РПГ смешно, а что смешного? У меня финалки вызывали трудности. Так, ну-ка, белая магия. Ну-ка, лечить. Ну давайте. А где Каем-то? А. Вот в восьмой финалке там Омега Веф, он, например, я считаю довольно хардкорный. Так что не называть это хардкорным, это значит уже просто приелись все игры тому, кто это говорит. Я не говорю не качать магию, Тор, ты не понимаешь, о чем я говорю. Я говорю не качать всем одинаковую магию. Все должны уметь делать то, что они умеют хорошо делать. А если каждый будет знать плохо, но все, то как бы это не очень. Лучше, чтобы хорошо знал, но свое, чем среднее, но все. Снап, ну вообще-то у меня, когда в детстве купили Соника 2, у меня, я не мог пройти второй уровень там. Долго. Пару лет, наверное. Не, ну в смысле, я не играл каждый день, так. Раз в месяц давали поиграть, наверное. И потом просто я не играл долго. Ну, короче, я думал, что там, типа, старый босс, это все. Я хочу спросить, вы слушаете? Ну давай, что ты хочешь? Все, что вы можете сказать, нельзя ли просто отдохнуть немного здесь? То, что ты делаешь, комплейн. А, все, что ты делаешь, это жалуешься, жалуешься, жалуешься. Да, сколько там мне было? 8 лет вроде бы, да, Соник был хардкором. 8 лет. Я последнего босса потом тоже с трудом проходил. Тогда, в то время. Да, он, конечно, был хардкорный для меня. Я не как вы двое, я нормальный человек. Что мы будем делать? Ну ладно, давай отдохнем. Спасибо. Не, ну игра не казуальна, ты тоже перебарщиваешь. Казуальная игра — это когда там, знаешь, типа какая-то карточная игра, где сидишь там, перекладываешь что-то, а игра, где, ну, как бы,
Нужно активно что-то делать, уже казали, не назовешь. Кстати, JRPG в этом плане даже более казуально, потому что здесь я могу вот на атаке устаю, да, ну нажал. Ну там, через час там выбрал кого-то ковать. В этом плане даже она казуальнее, чем Sonic. Да, конечно, Snap, то, что ты прошел 100-500 игр, конечно же, для тебя делают их не хардкорными. Ты что сравниваешь-то? Всех же разный уровень, как бы, игр. Причем тут руки, не руки. Если я сел в игру играть впервые, и она мне кажется сложной, то есть я застреваю постоянно, то как бы это не делает ее легкой, да? Ну как бы. Легкие игры это вон какой-нибудь взять там. Tomb Raider выходил, да, вот самый последний. Там, в принципе, вообще трудностей особых не было. Вот это легкая игра. Так, лечиться, наверное, пора уже. Так, кто у нас этот пусть атакует по-прежнему? А, она пусть лечит. А ты, да, ты тоже лечи. Так, да пусть себя и полечит. Нормально, максимально. Еще континью, там можно отменить кастование. Так, что там уровень дали? Укачивает. Ну, Тор, это твоя стратегия, но я не вижу в ней смысла. Я не вижу смысла, если я персонажа использую только чтобы лечить, и мне за всю игру ни разу не понадобилось, чтобы он использовал, скажем, физические атаки, то зачем ему покупать дорогой меч? Я не понимаю. А насчет того, что предпочитаешь старые или не старые, ну нет, я как бы считаю, что нужно двигаться вперед и то делать. Раз это придумали такие технологии, значит интересно посмотреть, что же тут нового. То есть как бы и мне и старое нравится, и это нравится. Как бы у меня нет вот этого какой-то, как у многих, неприязни к современным играм. Нет, вполне. Мне нравится. И старое нравится, и это нравится. Я не знаю, что такое ФЗ-2.
смысле читать. Антарктическая звезда, но я слышал об этой игре, но не играл никогда. Я что-то неправильно прочитал в чате, ну, возможно, просто мне неудобно, я же с планшета читаю. То есть мне постоянно нужно то вверх, то вниз смотреть, то вверх, то вниз смотреть. Так, а это что за лестница? Угу. Что Рид? Ну, так смысл-то в чё? Я то подумал, что смысл в том, что типа раньше в играх была статичная камера, и поэтому, ну, то есть, как бы, тебе нравится, как было раньше, а сейчас не статично, тебе это не нравится. Разве не в этом мысль была? Время донат собирает на втором мониторе? Нет, мне никто донатить не будет, так что ты забей. Я заработаю себе сам. Ну, просто не вижу пока смысла покупать второй монитор. Так, мы наконец нашли гору. Короче, гору. Каждый одна, ну, короче, походу он с трудом пишет эти слова, что ли. Ну, не так важно, что тут написано подробно. Какой-то гигантский монстр там у них появился. Типа дважды подумать, прежде чем на вершину идти. Ладно, посмотрим. Текст они, конечно, любят тут. Хижину горную. А, типа дважды подумать, прежде чем идти в горную хижину, вот этот имеешь в виду. Оп, включил свет зачем-то. А это что там валяется? Шилд. Ну ладно, что скажешь. Здесь кровать. Давай останемся тут. Давай отдохнем. Что-то говорит про фрагменты памяти, используя это, что-то я не понял. Hmm.
Ой. Буває. Так, дневник из одного из прошлых путешественников, что остановились в этой хижине, потом они заметили монстра огроменного и решили дальше не идти. А, ну ладно. А вот то, что сейчас говорили, я что-то не очень понял. У него какая-то вещь, какая-то, что-то она связана с чем-то, с какими-то фрагментами сна, что ли? Блин, я не понял, к сожалению. Доброе утро, Каем. Если мы, когда мы отсюда уйдем, мы пойдем на вершину. Выдвигаемся. Ну, пошли. Что стоит? Вот Ypsilon Mountains. Да, тут, конечно, такой кривоватенький заборчик. Говорит, сейчас будет дождь. Ну, а что я говорил, вот он дождь. You're dismissed. Oh, Lord Gungora, please wait. Pardon the intrusion. Oh! Gungora, what are you doing? A moment, please. What is going on, Gungora? А, отравленная, что ли? Answer me. The council has placed you under house arrest. Behold. Oh, norm. Some fools completely support our current republic. There are also those who long to restore a powerful monarchy. Regardless of what your highness may desire, our country struggles with two political forces, the past and the present. You must be aware of this. Fortunately, I was able to sense your danger with magic energy. Even though I am under house arrest. I could not allow you to be harmed. There are many ways I can secretly move from my manor to yours, Your Highness. But if Roxio knew you had been out of your home, you would be subject to even tighter restrictions. I can look after myself. I, however, cannot. Had you not come, I would have ended up like that mouse.
can always rely on me, Your Highness. Thank you, Gongola. Thank you. Так, ну в общем, не знаю, кто-то его отравить хотел, да? Но Гангора каким-то образом узнал. Еще и успел где-то поймать мышь и принести. О, ну начинается. Что, Снап поможет? Поможешь? Сейчас будет это много-много букв, походу, опять. Это не правитель, уже же монархии нету. Он уже не правитель. Upstreamers. Привет, Хоббит. Ай, так. Начинаем. Strong Queen's Cafe. Уже сразу же первое предложение, что-то с, не знаю, как... Ну, сильные ветры всегда... Всегда врываются через эту... Через это огромное место. Возможно, топография этой местности. А ветер постоянно читают Снап. Ветер постоянно дует с востока на запад, независимо от сезона. Ага. Короче, есть только одна дорога, да, чтобы пересечь это место. И с запада на восток вот здесь, что ли, а с востока на запад он где-то вокруг гор, что ли, или я неправильно понял? Ну, как-то так, вроде бы. Караваны там ходят. Короче, земля не очень, мало что растет. Караваны идут с ветром, за ветром с востока на запад, но вот с запада на восток предпочитают идти горными тропами на юге. Дорога, пересекающая эту территорию, называется поток, ветряной поток.
Только поток великой реки никогда не изменяет направление шаги тех, кто использует дорогу, не меняют направление в течение далекой дистанции. И не изменит ни в далеком будущем с запада на восток. Наоборот, с востока на запад. Да, с востока на запад. В данном случае Стримская река. А, ветряная река. Ну да, 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 наверное. Люди. Человеческие силуэты появляются на горизонте, когда солнце встает. И исчезает за горизонтом, когда солнце садится. А, исчезает, когда солнце на горизонте садится. Просто, ну, в общем, да. Как река, он непоколебим, но меняет направление. Угу. Когда первый раз она... Что? Когда первый раз он... Почему она и Кайм? Что-то не понял. Типа, когда Кайм прошел первый раз по реке ветра... You was just infant. Не знаю. Infant. Ну, девушка что-то там просто была. И что-то инфант. Итак, моя бабушка все еще живет там. В ответе девушки беспроблемный вопрос. Кайм улыбался и отвечал. Она там. Ребенок. Коль она там топала, явно не младенец. Ну, наверное. Она там. Она была. И я помню. Также, что хорошая старая дама, ну, леди, там же тоже была. Возвращаясь по дороге, девочка... Тут помню, что вызываем, пил средний кухню, тристенс. Не понял, ну ладно, что-то там. Моя бабушка пересекала 7 холмов ее путешествия. Семь это много? Угу. Бабушка живет давно. Много людей закончили свое путешествие после 5 холмов. А, жила. Угу. Понял. Люди строили небольшие могилы там, где они заканчивали путешествие. И они продолжали путешествие. Девочка прошла немного по земле и остановилась. Что-то она сказала там с улыбкой, я не понял. Это так далеко, как я пройду или что? Он бессмертный, видимо, рассказывает, как он столкнулся с этой мыслью. А. Ну ладно.
Люди могут верить в религию Upstreamers. Слово Джо Кэрис это носитель, да, или что? Хинт это вроде подсказка. Подсказку страха и грусти, но также трескнутый, не знаю. Upstreamers. Так, ну void это пустота, а devoid. А, лишенный. Апстримеры лишены мировых желаний. Они живут не для великих пурпоз. Не для великих целей. Чтобы путешествовать на восток пешком. Не знаю, может быть неправильно опять. Они свободны от обещаний, по-моему, да? Нет, обещать это промис. А это что? Описание забывает слово. А, сомнений. Они свободны от сомнений. Они рождены, чтобы чего? Что за N? N Road. Ну ладно. И они продолжают это путешествие, пока вырастают из детей. Так, детки стоят. Ну, когда их возраст и их стойкость тратится, то они заканчивают путешествие. Но их семья продолжает путешествие. Ну, от детства до Grandchild, не знаю, старость что ли? То Great Grandchild. Ну, в общем, что-то они там. Короче, оптимеры обзывают тех, кто прутся против течения. Само значение содержит в себе и печаль, и страх, а также и презрение. Ибо они делают, что хотят, но ничего не хотят. Они видят, как рождаются и умирают их дети, и в итоге апатия наступает. А, то есть... Обстримерсы тут эти и бессмертные, что ли, я так понял? Путешествие семьи этой девочки начиналось где ее бабушка что-то лейт опоздала. Тоже начинала идти от Вайнстрим, от западной реки Ветра. Где ее сын, который старше этой девочки сейчас. Блин, не понял толком. Так, апстримерс не ходят на протяжении года, что ли? Конечно. Типа не ходят целый год. Они сезон, когда ветры особенно сильные. С поздней осени до ранней весны.
они бы останавливаются в некоторых поселениях на Лонгли Роуд, ну, по пути. Не знаю, пока не могу вести. Некоторые стримеры выбирают остановиться в городах, когда другие не понял, когда другие, пока другие берут городских жителей с собой, где они возвращаются на дорогу весной. Что-то я не понял. Эти люди с вом, не знаю. Ну, в общем, ладно, дальше. Причина трансфокал, как он чувствуется. Ну, смысл этого предложения я, к сожалению, не понял. Типа есть какие-то причины, по которым апстримеры с чем-то там complicated gazes. Мать маленькой девочки была одна из тех, кто присоединился к путешествию на середине дороги, на середине пути. И сама девочка спустя некоторое время с сегодняшнего дня Nightfall and Love. Не понял. Упадет. Не. Любит с кем-то. Типа полюбит кого-то в городе, что ли? Остановившись в каком-то городе? Я не понял точно. Она останется. А, будет выбор остаться жить в городе или пойти пригласить его, ну, пойти с ней в путь. Подозреваю, что это пипло в городах, не стареют же эти потокеры. А, ну да, я понял. Отец девочки позвал ее. Время идти. Отдых закончился. Она видит сожаление ходить и оставаться. Не понял. Очень плохо она сказала. Лишнее. Ух, тяжело мне все-таки английский читать. Не переводить. Но мы уходим в следующий город. Пока время снега началось. Суть потокера не задерживается на одном месте, ибо people это не одобряют. И тут такие слова и текст простыняем. А, это ты уже от себя говоришь? Ну да, тут что-то вообще текст куча целая.
Когда мы встретимся, где мы встретимся еще раз, она спросила, возможно, Кайм отвечает, улыбаясь, но он может никогда не увидеть ее, не встретить ее улыбку. Он сейчас что-то там путешествует. Типа в западном конце Вайнстрима. Смысл понимаешь, что пересказать проблемно. Но мне даже смысл иногда бывает проблемно понять. Он отправился на поле боя как наемник, и время западных битв закончилось, новая битва начнется на востоке. Это будет долгое какое-то там cruel путешествие, где ничего, от которого ничего не ждешь. Когда встретиться с девочкой снова на дороге, Кейм улыбнется. Что-то там больше теней. Даже больше теней станет. Не, в общем, не понял. Ладно, следующее. Возможно, частично подарок сот. Девочка поет некоторые строки ему. This violent does it blow from. Does it start with returning here? This comes from the beginnings. Of the beginnings, this was ends. Разве это складно? Ну, в принципе, в русском тоже бывает, что одно слово тысяча значений. Goodbye, говорит. Ну, понятно. Десять долгих лет. Цвёл. Пока... Не, Half-Love, наверное, что-то другое. Короче, прошли, пока Клейм в следующий раз встретил ее. Но почему без двойного? А как же лук-лук? Ну, сейчас просто я не об этом думаю, вообще есть примеры, на самом деле. Потом, как-нибудь. Весной, когда... Это... Стеклянная земля, да? Ну, короче, когда цветы появляются, она... Она была Becomes wife, жена, молодого мужчины, который, ну, ремонтник, сапожник, короче, в каком-то из городов. Ну, понятно, слово beer. Так, это моя третья весна здесь. Она сказала,
Лоденберг, не знаю, как переводится. Несколько дней она будет... через несколько дней у нее родится ребенок. Она станет матерью. И... А твои родители? Спросил Кейн. Они... Frogs. And Clancy's, не знаю. Ну, что-то там на восток. Они продолжают свое путешествие. Ушли на восток, видимо. И одна, кто осталась здесь. Кейм не спросил, почему она завершила здесь. Ну, типа, завершила путешествие, да, здесь. Продолжая путешествие, одна дорога жить и остановиться в городе. Один путь — это продолжать жить, другой — остаться в городе. Остаться в городе, что ли, так? Нейзер Кэмбэджон Джорджит, вообще не знаю. Нет ничего более справедливого и более корректного, чем другое, не знаю. Неправильно прочитал. Нельзя ничего... Нет. Ничего... Короче, ладно, я запутался. Два пути, и можно спорить, что из них будет правильно. Понятно. Нечего беспокоиться обо мне, она сказала, смотря на него подозрительно. Ты не изменился даже немного с того момента, как мы виделись до этого. Для тысячелетнего Кайма 10 лет ничего не изменит. Некоторые живут вот так, он сказал, тренинг, ну, улыбнувшись. Презентация PowerPoint. Некоторые люди в этом мире могут никогда не стареть. Он посмотрел на девочку, сейчас уже ставшую женщиной, и удивился, да, снова, живя через бесконечные поколения времени. Это проклятие или дар, что ли, да, Blessing on the Course? 10 лет ничего, лишь смена сезона. Заметка Кайма жестко. Explanation. Количество explanation. Не понял, но он что-то на девочку что-то видит, понимание, я не понимаю. Благословение.
Все равно непонятно. Ну ладно. Так, она сказала. В этом случае она сказала. Ты должно быть один, кто идет в места, где начинается ветер. Ты должен быть лучшим апстримером. Она должна быть права. После всего жизненный этот спан. Сложно ему было объяснить девочке, но она с пониманием на него смотрела. А как на дебила, видимо, дурачок, но буду улыбаться. Продолжая, Кейм ответил несколько медленных шейкс, немного потряся медленно головой. Да. Я не обучен, да, или как не квалифицирован путешествовать. Не знаю, как по-русски сказал. Отвечал, медленно шатая головой, ну понятно. Нет, любой может быть апстримером. Любой, кто хочет увидеть, где начинается ветер в его или ее глазах. Сказав это, она добавила, да, грустно. Никто это не видел, я думаю. Он, конечно, потокер, но Альцгеймер не требует. Так, место, где ветер начинается. Это место... Новый тол. Не знаю. Даже если после долгого путешествия он один, где появлялся восточный, конец восточного ветерного реки ветра, ветер. Типа будет завывать и здесь, что ли? И не только восточный ветер. Западный ветер, северный ветер, южный ветер. Ветра без ограничений, без конца. А, ну да, не существует места такого. Как насчет тебя? Он спросил девочку. Ты будешь продолжать свое путешествие в скором времени? Она подумала насчет этого. Пустоте дыхания. И что-то там. Она сказала, я забыл Вонда. Я удивлена, да? Торнадо какое-то описали. Даже, короче, если он приплётся на самый восток, ветер будет вообще со всех сторон. Ну да, да, да. В общем-то, это капитан очевидность, да, как бы. Потому что самого востока это, по сути, не существует. Что это такое? I might want... хочу идти... жить... Чё путь... Блин, фигня.
Я сейчас вечно. А, мой путь сейчас вечен, что ли? Блин. I might feel that this, у меня желание достичь начальной точки ветра. Все апстримеры без исключения говорят, что могут никогда не знать, что включает, что переключает возврат. А, что, ну почему они возвращаются к путешествиям? Она свой пузо беременно полоскала и загнула, мол, хочу жить как сейчас, вечно, хотя однажды хочу достичь места, откуда приходит ветер. Ага. Один день без без предупреждений. Они, короче, бросают все и идут. Никогда. Не знаю. Второй абзац хз. Я уже просто подустал. Ну, Тора, ты что хотел? Бывают опотройкеров депрессии, ПМС. И они насиженно слазят и вновь гуляют. Ну, понял. Даже когда у тебя есть желание, девочка сказала Кейму, я удивляюсь. Это правда? Она сказала, нет вопросов. Короче, какой-то набор букв. Пирожков? Я тоже хочу пирожки. Да, чисто такое вот. Не, ну по идее это можно читать на расслабоне, когда на родном языке. Так читаешь нормально, как бы отвлечься от чего-то. Но вот, конечно, переводить это жестко пока для меня. Я не хочу полностью потерять себя, но я, конечно, не знаю, счастлива с твоей предоставленной жизнью, что ли? Ну, короче, поболтали, и он понял, что более ее не увидит. Только English по играм изучил, ну вот, видишь. Много лет flow by, но, ну, типа, много воды утекло, да? Но every now, но даже сейчас и потом кто-то напомнил Кэм этой девочке, о словах той девочки. Каждый залив, желание, что, бесконечно путешествовать. А для Кэма жить для себя — это путешествие без конца. И курс его, ну, направление его путешествия, он, ну, типа, забыл опять витнес. Ну, короче, множество смертей, наверное, видел. И он также видел много рождений. Человек живет очень мало, очень
Вик Флитинг. А, каждый тайно желает бесконечного путешествия. Какой залив? Не знаю, что-то не то, да, сказал. Ну, бывает, иногда переклинивает, я не знаю, про какое-то слово имеешь в виду. Путешествие вниз по ветряной реке впервые за много лет. Кейм Спайс умирал. Ну, что-то там апстример. Какие эффекты, да. Маленький мальчик в утреннем одежде стоял на дороге, держа wildflowers, эти, ну типа ветряные эти цветы, да, которые от ветра крутятся, видимо, вот это имеется в виду, чтобы пройти путешественником. Чё, я, короче, не понимаю уже все. Кейм, короче, взял цветок и спросил мальчика: помнишь свою семью? Моя бабушка. Что? Траурный? Ах, ладно. Ну я потому что уже что-то да. Старая женщина брала ее кофин, не знаю, должна быть девочка. Неважно. А спросилась, твоей ли это семьи? Он ответил: бабушка. Девочка умерла. Бабушка путешествовала долгое-долгое время. Она что-то там моего дядю. А, Дэдди это вроде как папа, да? С ней. А, Брохот родила, да, вроде? Что-то другое имеется в виду. Когда он был маленьким мальчиком, что-то. Так, she started walking from way, way beyond. Ладно. Она, ну, девочка должна установить, ну, типа, выполнить путешествие после этого. Она возвращалась к городской жизни, ведя свое дитя, ну, неся свое дитя на руках. Она трот, не знаю, ее дорогу. Бесконечное путешествие. В общем, как-то так. Она begins. Ну, она направлялась в место, где ветер начинается, который должен быть, по которому должно пройти на ее ребенка что-то. А, типа в это место должны были пройти ее дети, прадеды, ой, ну, прям правнуки, короче, да. Её, а, внуки. Кранчил это внук вроде.
Не знаю, Снап, я тоже не понял. Возможно, это было уже давно. Ну, честно, Снап, я вообще пока не понял. Столько читал, я не понял. Ладно, дальше. Это трагедия, комедия. Возможно, улыбка на ее лице. На лице старой женщины. Даст ответ. А, старая женщина в гробу даст ответ. Да, походу это вот... походу это девочка та, которая была маленькой. Потом он вернулся через 10 лет, она уже была женщиной. Ну вот, а потом он типа вернулся, и вот она уже в гробу, да, как раз. А то, что она была беременна, это вот, видимо, этот мальчик, что ли. А, нет, это отец этого мальчика, точно, точно. Ну, короче, Кэй ему уже фиг на сколько лет. А, семья запомнила, кто путешествовал с ней. Ладно, дальше. Как это принесла внезапно? Ладно. Если ты понял, напиши что здесь вкратце. Я уже что-то все, у меня мозг уже отключается. А, это, кстати, конец. Это конец, так что ладно, давай переведем. Кейм взял одну длинную, сделал один медленный, длинный шаг на его пути. Хорошего. А трип это чё? Чё это трип, сказал мальчик. А, чё, дедушка не отсвечивает вообще? А, нагулял на стороне, резала бабулька. Понятно. Ветер воет, мальчик пожал удачного приключения, и он вспомнил девочку, что однажды тут встретил. Сколько времени? 18:55. Так, я уже забыл, это что это у нас тут биться еще надо, да? А я думал, ты тут только читать. Ну давай. Ну а чё, атакуйте все прям подряд, чё париться. Ноль. А чё у них такая защита крутая? Ну да, прикольно читать, но я же поэтому читаю, потому что я люблю сюжет и все такое, но да, что-то прям вообще там смысл можно было написать, наверное, в трех абзацах. Так, что у нас по результатам? Уровень? Или одним смайлом? И вот этот... река ветра, видимо, вот это и есть. Если я правильно понял.
Бежать это нельзя. Так, куда там идти-то? Ну да, зато теперь знаю по токеру. Не, на самом деле все равно тексты глубокие, это в принципе прикольно. То есть как бы не просто сказали, что вот они живут вечно и все, точка. А как бы вот пытаются передать их эмоции, как бы вот. О, внезапно бежать начал. Случайно разбил камень ногой. О, дождь закончился. Что у нас тут? Опа, заболел. Замерз, бедняжка. А, вот это Grand Staff. Снап, ты можешь перевести Grand Staff? Я не понимаю, как это перевести. Интересно, что такое. Как тебе не переведи, будет пошло. Босс? Великий столб? Личная опора? Так это название, какой контекст? Снап, если ты понял, что они разговаривали о чем, можешь вкратце написать. Я так кое-чего понял, но пересказать не могу. Так, а у него можно что-то украсть? Так, атака. Ну давай, атакуй. А ты давай, Black Magic. Призм. А, не читал налог. А, я забыл про это. Да не может он ничего украсть. Зачем эта атака нужна, не нужна? Ну да, что-то он крепкий такой.
Опа. Норм. Да, неплохо это. Не, ты давай атакуй, наверное. А ты давай... Ангел Плюм. Симулянтка. Так. Атакуй по-прежнему. Ты давай-ка Spell White Magic. Хил. Да на себя уже давай, сдохнешь. Ты давай тоже, наверное, White Magic, хил. Да, давай себя. А, кого себя надо было тайма? Ладно, не суть. Потерпит. Бессмертно? Да нет, что-то я не заметил. Давай атакуй. А ты давай тогда лечи. Ну, Дженсен, ну ты кто? Хорошо, хоть не с одним хп восстанавливается. О, сейчас опять это ляжет. Лол, что? ГГ. А, ну же стоп все восстанавливает. Привет, Каспер. Не, только с последнего чекпоинта. А где он был? Ой, да ладно. Тут чекпоинты есть. Вот это они прикольные. О, хочешь на, прочитай этот сюжет. Нафиг, ну ладно. А переключить нельзя. Воу, переключить вроде нельзя. Понятно. Селект? Ну, я понял, ну вообще-то бэк. Так, значит ты будешь лечить. А нельзя всех сразу вылечить, интересно. Ну ладно, что-то у нее там здоровье не очень. Сразу пусть лечит. А ты давай сразу огонь. А, забываю про эту штуку. Неплохо так тратить, не жесть. Okay. Антидот. Так, а ты давай опять лечи себя. А ты давай опять... А сколько он потратил огнем, я заметил? Ладно, пусть призм два хода назад закастует. А, 152 огнем, да? Надо было огнем тогда продолжать.
Ты отъяда ты слетишь, лол? Я же вроде антидот ей дал, она уже опять что ли потратилась? Ну отлично. Сколько у него здоровья, интересно? Ну, GC я вижу, но GC это же не здоровье вроде бы. Так. Давай-ка ты атакуй, а то мы его так будем долго убивать. А ты тогда все-таки лечи. А, нет, Cure Poison, давай Cure Poison. А ты давай тогда все-таки огнем. Я никогда не говорил, что белая магия не нужна, лол. Ты чё? Я говорил, что черному магу не нужна. Так. Сейчас ляжет Дженсен, наверное. Okay. Давай, Куангол Плюм еще есть. И давай тогда сразу его лечи. А, еще нельзя его лечить. Ну ладно, себя лечи тогда. Нормуска так. Атакуй. Что, мана закончилась? Ну это ГГ. Ну я знаю, что у боссов иногда можно своровать что-то крутое, ну а что я сделаю? Ты видишь, у меня нет возможности. Так. Кого вылечить? Лечи его. Окей. По-моему, кто-то не докачался. То, так у него есть белая магия вообще-то. Тор, у него есть белая магия, ты что, не видел, что ли? Потому что он изначально ей владел. Так, ему поставим, пожалуй, тоже белую магию. А, так. Она пусть тоже того учит второго уровня. Усиленный хил. Ну давай.
got it. Так, кто ходит? Каем? Ну давай атакуй. А ты сразу лечи его, этого, потому что он сейчас... А, стоп, а баррикада что делает? Только на парте мембер. Так, стоп. Physical, magical. Ну давай баррикады на Дженсона наложим. Так, а ты давай тогда... Флэр. А, точно, бомбу надо, чтобы кидал. Итак, лови. А ты давай лечи, ну пока что себя. Так, Дженсен атакует огнем. Сейчас защиту наложу. Так, ты можешь себя вылечить? Так, ты накладываешь щит. Так, а ты? А, куда? А где же земля? Ему тоже эффективно будет? Элемент Вайн. Кого добиться, думаю, физически? Не знаю, смотри, 92 только потратилось, так что фиг знает насчет физически. Так, ты давай-ка лечись, ты давай лечи тоже кого-нибудь, кого, Дженсона. Так, а ты как обычно. А почему Дженсон лежит? Я пока читал чат, он уже лежит. Так, у него мана закончилась. Okay. О, сейчас опять это ляжет. Чё, на удачу кинуть ему это флэр-бомб? А что это Power Drink? Давайте попробуем, что это Power Drink. А. Поднимает физикал атаку. А, не, не надо. Okay. Ну не. Ну ладно, значит надо еще раз. Так, ладно, пробуем. Передний ряд. Так, ну надо экипировать скиллы. Так, пусть учит маги 2. Черно. Тебе черная.
Включить также второго уровня. И также, возможно, мне нужно эту сет поставить вниз тоже, да? Смотри, а если они все, если он тоже кидает эти бомбы, то может быть ему тоже на первой позиции нечего делать? Щиты на всех кидаете? Ну вот. А, передний ряд защищает задний. То есть ты предлагаешь обратно сменить. Девятьсот шесть. А, тут не зависит, да, от положения. 376. А так. Ой. 530. Понятно. Ладно, пойдем щиты накладывать. Man, getting old real quick. Так, ну давай накладываем, начинаем. Начинаю с Дженсона. Ты кидаешь флэйр-бомб. Так, а ты тогда попробуешь землю. Okay. Ничего он так тратит вообще немало. 140, ну вроде чуть-чуть больше, да, тратит, совсем чуть-чуть. А разве там имеет значение в угол, не в угол? А, так. Ну пусть накладывает щит, но ее сейчас грохнут. Ну давай ты тогда полетишь ее. Так. Ну давай землю продолжай. Кого там еще не наложено? А, на себя. Так. Ну давай землю продолжай, в принципе. Ну тогда макап, но видишь, тратит по факту меньше. Да, вот что-то с это вообще уже без слез не спрянешь. Бесполезные деньги то давать, она сейчас сдохнет. Ну ладно, попробуем. Попробую полечить. А, давай-ка ты так все-таки там будешь жарить. Ну яда нету, но. А, ну ок, он Дженсона ударил. А, да, огонь значительно больше тратит. Ой, у нее еще мана закончилась, но она такая не очень.
Так, ти будеш лечить Дженсона. А Дженсон продолжает атаковать. Лети, это сет. Тактика суицидальная, но я не знаю, как он мне. Ну, в смысле, а что мне нужно было делать, если не атаковать? Я тем, кто мог лечить, то есть, ну, вот этому Кайму, я им лечил. И Сет я тоже лечил. А что ты мне, что ты еще хочешь, я не понял. Что сейчас делать? Попробовать восстановить, но оно не поможет, мне кажется. Просто тут не вылечишь всех, а он все время будет атаковать, и всех не вылечишь. Так. Ну давай, поднимай. Окей. Ну это вообще бесполезно. Ну пусть лечится. Okay. Он лечится медленнее, чем тратит жизни. Вот этот даунбёрст и все. Сейчас Сет лежит, у Кайма там 100 с чем-то жизни. Или даже меньше 100. Ну, чуть больше 100. Ну, вот он сейчас 100 вылечит, а ему потратят больше 100. А, да, он бёрст, но он вообще сейчас ляжет. Ну да. Как можно щиты без атак наложить, если я могу только один щит за ход наложить? Ну, за... Ну, короче, блин, двое должны атаковать, пока щит накладывается. Иначе никак. Коль долго БФ тут весит, это о чем? Я не понял, что сейчас сказал. Ну ок, ставим на задний ряд. Нет, вроде не могут. И у меня не три персонажа с белой магией, ты чё? А, или три. Нет, не три. А, нет, три вроде, всё правильно. Ну да, у него тоже есть. Ну и чё, они могут все наложить щит, что ли, на себя?
Ну видишь, не могут им сейчас навлиять. А, не, это всего лишь яд. Всего лишь яд. А что он еще может? Он может и яд излечить? Но... Так, огонь. Так. Что сейчас лучше использовать, я не знаю, ну... Откуда у нее черная магия взялась? Что-то я не понял. О, 205 неплохо. Понятно, что почему-то сложно, ну да. Так. Ну пусть огнем, в принципе, огнем самый эффективный вроде походит. Ну не знаю, может авансом полечить кого-то. А, хотя она, в принципе, атаковать может. Ну ладно, пусть ее атакует. Так он же сам себя лечит. А, у него мана закончилась. Чё это быстро? Маны что-то вообще очень мало. Ну, пусть лечит Кайма. Не, по-моему, не докач, явно. Ну пусть лечит сразу. А, нельзя лечить. Вот плохо, тут нельзя лечить этого Дженсона, пока он лежит, хотя я уже. Хотя я ему уже сейчас приготовил эту восстанавливалку. Ну пусть тогда огнем. А что значит Кайм на защите, я не очень понимаю. Пусть Дженсона лечит. А ты лечи... До себя. А тут нету среднего, не среднего, тут нет выбора уровня. Так, сет магия закончилась. А, дефенд делать. Так он же не бьет туда. Он же в него не бьет. Он бьет, вон, видишь, остальные, ему все равно, кто где стоит. Ну, дефенд.
Что-то не вижу разницы в том, что он дефенс делал вообще никакой. Так, Дженсон, пусть лечит себя. Даже не знаю, ну в принципе пусть тоже лечит кого-нибудь. Пойму. Так, а почему Джетина нулей, я не понял. У него на здоровье не ноль. Так, ну Дженсен пусть наконец-то уже атакует, а то мы так вообще без атаки ничего не сделаем. Так, Сет, ну пусть... Кайма лечит. Ну что, пусть атакует. А, стоп, а у него нету атаки. Только такая. Ну ты давай огонь. Ты пока лечи себя. Тут можно выжимать нормально, но не знаю. Сейчас думаю, что бы сделать-то. А, у него же магия еще есть. Ну да, чуть осталось. Так, она пусть попробует атаковать пока. Привет, Левитейр. У Кайма мана закончилась, ну я вижу. Пусть Дженсен атакует, наверное. Не, пусть она лечит себя. А то следующий ход этот... Давно он не делал атаку, это сейчас, наверное, сделает. А, вот она. А, нет, это не она. А чего он не делает, странно? Ну, Каем же лечит. Ну хорошо, пусть он кинет тогда ей в ответку. Так, Дженсен лечит себя. А, Сет. А Сет что делает? Лечит Дженсен, он же себе не восстановит с одного этого. С одного раза. Okay.
Итак, ну давай ты атакуй уже. Ты тоже давай атакуй. А ты, как обычно, лечись. Сколько у него, интересно, здоровье там? О, все что ли? Наконец-то. А че он растворился? Банки на лечение есть? Да ладно, зачем они? Изи? Да, конечно, изи. Ну хотя, в принципе, да, надо было просто немножко подумать и не торопиться. Приведи руки, сударь. Ну. Так, ну понятно, мы сделали это. Вам так удобно? Ладно, не важно. Improvement, ты чё, это улучшение вроде бы, да? Да. Я думаю, это должно быть улучшением, если... А, будет лучше, если ты... Итан Литл. Типа, немного поешь? Давайте поспешим. Типа. Я. Вроде, типа, мы вроде спешили, да? Торф качаться до 9999, это только ты такой советуешь. Тут где-то сейф был. Где-то был сейф. Отлично. Ну и все, я думаю, на этом завершаю на сегодня, по крайней мере, эту игру. Надо перерыв на ужин сделать. Вот, так что... Ну, неплохо, как раз до босса дошли, я хотел до какого-то логического конца дойти. Так что все, на этом стрим заканчивается. Если есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно написать, как обычно, в чат. Пару минут в чате еще посижу. Ну, на этом и заканчиваю. Всем спасибо. Увидимся на следующем стриме.